Еще за квартиру тоже выплачивают работы летом. Так что береги свое здоровье. Маме надо помогать. Застройщик. Эй, как ты пальцем одной рукой держись, ты убийца. Держитесь одной рукой. Хорошо, Матвей, пошли, пролезаем через партнера. Хоп, пролез между ног. Нет, стоп. Пролез, ложись. Пролез, ложись на живот. Теперь ты пробегаешь. Так, а, нет. Все, пошли, как было. Сейчас, пошли. Быстрее, быстрее. Далее, замечание. Аккуратно не балуемся. Матвей, так, следующее. Пошли, чехарда. Да, прыгай через партнеру, чехарда. Первый, второй. Делай шаг вперед. Делай шаг вперед. Шаг вперед, Маш. Шаг вперед. Я тебя позвоню снизу, а ты думаешь, что встанет. Давай так сначала. А ты как бы не. Голову наклони и все. Пошли, прыгаем, эй! Так, еще раз. Лав, я тебя накажу, у тебя есть свой имя? Ты балуешься? Пойми меня, баловство приводит к травмам. Не надо разговаривать. Окей, на руках пошли. На руках. Пошли, держим партнера. Крышками отправили. Хорошо. Первый в высоком партере. Второй. На него садиться, нужно отвезти его. Маршрутное такси. На мельницу и сюда обратно идем. Мельница, Мара. Маша, сядь на него и все. Вот так. Пошел.
Первый номер, высокий паркер, этот маршрутное такси. Второй ложится на спину спиной. Партнеру спиной. Даник, а если пуп нужно? Хорошо, а теперь становимся партнеру на спину. На спину становимся партнеру. Партнер такси, а вы ему на спину ногами. Но, ну хорошо, ладно, давайте так.
вперед, удержание, приготовился лежащий. Как вам еще сказать? Удержание со стороны головы. Вот. Как, вот, приготовились. Ну ты держишь его. Записку возьми. Да нет! Хаджи! Блин, как держать? За руки держи, как ты? Уходи на время, что ты лежишь, блин. 6, 7, 8, 9. Вазари, Матея, после слова вазари, вы отпускаете. Поменяли. Владимир, ты поезд можешь залезать, чтобы не 20 раз. Вазаре! Мате! Так, как мы еще можем делать удержание? Так. На, Маша, ты. Еще раз. Так как вы делали, делайте сбоку удержание руки и шеи. Сделайте сбоку. Стоп. Вот вы сделаете удержание. Обычное удержание. Как ты делаешь? Вот. Теперь смотри, что делаешь. Убираешь руку с головы и держишь руку. А этой рукой держишь ногу. Нет, ну как держишь, так и держишь. Да. Значит, вот такое исходное положение. Приготовились. Первый номер с правой стороны. Руку и ногу. Готовы? Да. Ударник, блин, ну что вы... Ну держи ногу еще, руку и ногу, спиной. Хаджи! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Базари, Матея. С другой стороны, то же самое с другой стороны. Владимир, тебе показал 15 лет. Алину. И Валерий. Хаджи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хазари. Хате. Баскин-бас. Руку, ногу, спиной. Внимание! Три! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. Позади! Владимир, ты что, руку не можешь держать? Ну, с другой стороны, Владимир! Что у вас как трусы не падают? Все время поезд падает. Сейчас я вам его завяжу. Приготовились? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кого ты держишь, Иван? Георгий Жирушов. Давай, посмотри. Этот, Чеза, ждешь Денису в Гуряну Бутуку. Я Бутуку. Значит, еще раз. Так, как вы держали, спиной вы держали, руку и ногу. То же самое, только разворачиваетесь и берете, одна рука под голову, за дальнее плечо, а эта рука берет ногу. Или за пояс, или за отворот, или чисто за ногу. Поперек называется, поперек. За ногу, за ногу. Нет! Сядь сбоку, сбоку сядь, возьми ногу и руку, и шею, вот так. Да, вот это поперек удержание. И держи. Уходим. Уходи. Владимир, уходим. Уходи. С другой стороны держим.
Удержание поперек, а не удержание вбок. Поменяем. Держим поперек. Ногу и голову. Ногу и руку. Готовы? Джек! Уходим, уходим. С другой стороны. Ну, между ног. Вот, далее. Мария. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Матвей. И посмотрите, да? Сколько у нас было удержаний, да? Сбоку, право, слева, со стороны головы, спиной, лицом, верхом, за одну руку. И почти все уходили. Почти все уходили. Значит, смотрите, как можно бороться. Можно много работать стоечки, сделал бросок, телефон. Вы знаете, два раза бросил, два базари, соромате, и пом соромате. Когда же говорится так, вазари, а васрет и пом. То есть два броска на вазари, чистая победа. Раз, паркер, можно сделать удушающий, можно сделать болевой, и можно сделать удержание. А вы посмотрите, сколько раз у вас противник попадался на удержание. Из всех удержаний кто-то, может быть, там 2-3 раза, а остальные у всех у вас уходили. То есть, представляете, то есть в стойке вы работаете не очень хорошо, в партере можно, даже не знаю, да, наверное, еще что-то. То есть нужно где-то искать, понимаете, что-то свое. Вот, например, вас бросили, вы раз, перевернулись, в азаре проиграли, удержание сделали и выиграл. Соперник иногда может попасться в партере. Научитесь делать удержание. Кто хорошо делает удержание, тому тяжело сделать удержание, потому что он хорошо уходит. Удержание надо делать. Бывает так ситуация. Прав тебя бросили, о, ты там никакой, и тебе и шины, и в азаре, и тебе и вообще встать не может. И он раз попался. И удержать не может. А так выиграл на шары у Васи. И пусть гуляет. Одели курточки, заправились. Маша идет к бутуку. Ты идешь четверг. Ты идешь. Ты пока отдыхаешь, ты идешь туда. Борьба в партере. Значит, последовательно истекаем. Первое. Сделать удержание. И если соперник. Дальше. Если соперник на спине, делайте ему болевой. Если соперник поворачивается на живот, душите его. Но опять, вы не соперники, я извиняюсь, вы партнеры. Поэтому делать нужно перевороты, что еще, не делать полу. Вот смотрите, это все-таки больше как игра должна. Тогда меньше травм. Не делать резких движений, не уходить очень резко. Уходить нормально. Вон я поборолся в Олимпии, когда вот сейчас был семинар, я там поборолся немножко. И что, тихонечко, спокойно поборолись. И он жив остался, я жив остался. А можно бороться так, что кости будут трещать. То есть поэтому еще раз. Аккуратно, не в пол, в три четверти силы. Готовы? Сделали удержание? Смотри, сделали удержание. Сделайте удержание с другой стороны. Потом сделайте болевой. Потом сделайте удушающий. Не хочет ложиться на живот, чтобы его задушили. Сделайте его на другую руку болевой. Начнет переворачиваться. Значит, добьете его. Пару минут. Джой!
Буту! Машенька, идите сюда. Сюда. Вау! Что такое? Ты, Влад, может, у меня не выигрываешь, не проигрываешь? Я понимаю, ты поддался. Я понимаю. Она тебе что, пиццу обещала? Пиццу обещала? Маша, пиццу обещала, да? Пошел ты хитро. Головой не ударится, Маша на себя не пиши головой. Владимир Красавчик. Владимир, вот так удержание не делается, Владимир. Так не делается? Нет. Знаешь, на кого ты похож? Надо сказать? Нет. Возьми, хорошо, пусти животик немножко. Чуть-чуть на бочок. За шею двумя руками не берешь. Чем зайди сюда. Даник вообще. Мате, вам Мате. Вот Чезарь, перевернуть ему, положить вот так вот, на лопатку. Вперед. Ты только защищаешь. Души его можешь. Делай боевой на ногу. На ногу делай. Да не убегай, делай как раз у была нога. Вдвоем, стоп, стоп. Вот ты и ты, вы можете в стойке находиться. Дальше на стоп. Туда. Ты только защищаешься. Туда, на колени. На колени только защищаешься. Высокий низкий партер. Не держи, не держи, не держи. Стоп! Как я сказал, высокий низкий партер. Ты ж на колени. Ставь партер. Закрой. О, блин, Мате, выйди. Я вообще с вас шоу. Будем стоять. Давай, переворачивай. Делай ты его удержание. Вот низкий партер. Все. Вот я нахожусь. Отсюда. Маша, я мы. Все, поймали. Низкий высокий пар. Я защищаю. Я атакую. Бартер, Бартер, руками касаюсь. Вот. Я тебе скажу, что ты не держи. Ты правильно делаешь, держишь. Они вырваться не смогут. Игорь, Влад, перейдите туда на свое место. Куда вы нас спрашиваете? Не держи его, не держи его. Ну, цени. Ну, давай. Я помогаю. Все, ты ставишь, ставишь. Вот, опять высокий партер. Да. Все, Саша, так что ты держишь? Вот так и держи, и все, пусть держит. Это же удержание. Чего ты? А, да, руки в сторону. За пальцы не брать. Что ты отпустил? Твоя морда. Да, можно так делать. За пальцы брать только нельзя. За пальцы нельзя брать. И действие. Стали заправились.
Все чудо мудро. Еще горки услышали. Стали заправились. Заправили поезд. Владимир, а что на тебя развязывает? Ну покажи, как ты заправляешься. У тебя, наверное, специально так связка такая. Да. Ну, вот. Еще раз, значит, еще раз, вы сейчас будете бороться. И вот смотрите, единица как куртка, да? То есть нет захвата, нет броска. Смотрите, понимаете, сюда. Вот видите, да, надо. Высоко не поднимайте, кто это? Подожди, сейчас я устрою. Да, это Куренов. Надо быть там. Столько пыли, да. Сюда, сюда, сюда. Хорошо. Так, посмотрите. Посмотрите внимательно. Значит, вот видите, у него хорошо куртка завязана. То есть тяжело взять захват. Почему? Потому что хорошо завязано. А нужно взять захват. Значит, поэтому. Задача такая. Вы у него, он у меня. То есть постараться раз, вытащить. Хоп, вытащить эту полу, потом эту. Хоп, чтобы вытащить. Для того, чтобы потом можно было взять. И защищать. Но нельзя брать и руками держать. Так можно защищаться, защищаться раз, постараться вытащить. Вот это называется кимоно, а это пола кимоно, то есть часть кимоно. Вот. Этот кусочек и этот кусочек должны быть вытащены для того, чтобы вам потом легче было брать и бросать. Приготовились, заправились, теперь нужно вытащить. Раз и два. И не дать партнеру. Маша ко мне, Чеза, Денис, Бурян, Бурян. Готовы? Но, послушайте меня. Еще раз, не надо бросаться, открываться, посмотрите, можно открыться, взять, вытаскивать, вытаскивать, и тебя этот, наоборот, постараться, чтобы тебя тоже не вытащили. Просто вы не боксеры, да, это получается. Мы вышли, я ему 3 удара, он мне 4, он мне 10, я ему 12. Бум, и умер. Приготовились? Че? Пошли, стараемся вытащить, Стойте. Дай, и тебе ты защищаешься тоже, не только нападай, дай. Стоп. А ты, не надо хватать кимоно и дергать. Вот таким раз движением, отсюда раз вытащить, раз, раз. То есть отсюда, хоп, дернуть и все, не надо хватать. Джек. Раз, ручка. Денис, ты держишь, не держать. Я сказал, раз и все. За хватиком, за секунду. Дай, у тебя вообще трусы падают. Почему у меня? Хорошо, Матэ. Теперь мы берем захват. Посмотрите, она берет захват, я беру захват. Моя задача зафиксировать раз, отсюда, раз, два, три, и отпускать. Маша, теперь ты делаешь. Да, да, делаешь. Делаешь, да, берешь, берешь. То есть постараюсь, чтобы я взял. Оп, видим, вот здесь. Нет, с этой стороны. О, вот здесь. Вот такое зафиксировать положение. И бросать.
Без бросков, без бросков. Так, Даня, сюда, Маша, депозитируй. Готовы? Взяли правой рукой, правый, или левый. Ну. Вот, да. Вот таким образом. Нет, ладно, нет. Стынка, дряпка. Мына. Георгий, стынка, дряпка. Стынка. Готовы? Можете, нет кимоно, вот так можете брать. Джим! Вот так возьми. Вот, пошел. Стоп! Матей, иди сюда. Посмотрите, вот он хочет у меня взять, бери. У вас же есть рука. Да, ну вот не давайте ему. Что вы... Не забывайте о защите. Джим! Блин, я же еще раз говорю, дай руку. Посмотри, видишь? Дай руку. Не так держит. Наискосочек. Наискосочек. Отсюда взять. Че? Хорошо, Матвей, следующий кусок.
пиджама и бросок, но иди сюда, бля. Оттуда сюда бросаем. Бросочек, да, взяли, оп, вытащили, оп, бросили. И руками. С кувырком. Два раза один, два другой. Два, через два раза меняем. Пошли. И все. Отсюда бросаешь туда. Иди сюда, блядь. Отсюда туда. Хорошо? Денис. А, иди сюда, блядь. Маш, иди сюда. Ты. Делаешь ему два броска. Тут. Два раза с кувырком. Ты будешь дальний, когда не к тебе. Владимир, Машу. Кого будет? Маша, кто тебя будет? Владимир, Даник, иди сюда, там камера отзывает. Садись сюда, мой дорогой. Раз, и кувырок. Сделал. Машу бросай. Кто падал, кто делает? Ты из вам расконяешь. Так, а ну угрянула этот. Садишься, садишься, садишься. Вот.
сверху. Я бы стоит. Ты где моя ружьёта? Просто гони его на ней. Согни его. Матей! Матей! Посмотри. Рука сверху за пояс. Смотрите, рука сверху за пояс и нога впереди. Вот. Раз, два. А вы, получается, так, этой рукой берете, а эта нога впереди. Тяжело стоять. Еще раз. Вот ваши руки. Какой-то рукой возьмите отворот. Раз. Видите, потянул. Хоп, потянул. Эту руку на хоп, сверху. Он подошел и сделал шевеление. Еще раз покажу. Иди сюда. Вот. Это первый шаг. Я когда был молодым тренером, все этот прием начинал. Самый хороший прием для новичка. Сделал чемпионатку, проиграл и держали. Ой, я так хотел выиграть. И никаких проблем. Поэтому уйдите оттуда. Посмотрите, вот у вас есть две руки. Любой рукой берете отвор. И смотрите. Оп, вот. Раз, согнули его. Потому что колесо должно быть. Руки. Подставляем ногу. Можно сюда подставить даже. Раз, два. Оп. И кувырок. Переворачиваемся. Оп. Пошли. Это всем новичкам я раньше учил. Они бедро делать умели. А мне Виталий Алексеевич сказал, что ты учишь, блин? А куда ты кидаешь? Туда, наружу. Техника безопасности. Так. Подошел и сел. Подошел и сел. Чуть-чуть. Может быть, получится, я знаю. Стоп. Наоборот. Вот. А че, это что? Не слышу. А что с ним? Не слышу. Еще раз. Еще раз. Одной рукой. Сейчас комнату.
Он же не гей. Не, прошу. Раз, оп, и отсюда держишь. Да! Где держать? А то она когда он попадает и... Давай,
что за ковер, Маша? Пенка! Лень! Нет, нет, стоп, стоп! Ну скажи, что ты там делаешь? Скажи, что там делаешь? Вышел, значит, всего лень! Иди сюда! Возьми и скажи! Вот, раз, два, три! Если он вышел, остановим! Уже не борьба! А вот ты? Смотри, вот иди сюда, бери сахар.
Ты вот так, что ты ходишь вот так? Ты же локти вот здесь, просто локти вот здесь, да? Ты чуть-чуть идешь вперед. Вот видишь, я ему ничего не делаю, не хватает. Завтра иду к тебе, вот и все. Он постарается. Если ты перевел ручку, здесь держи. А ты идешь вот так. Хорошо, Матвей. Пять. Икры, глаз. И Ольга. Чем за счет? Георгий, Чезар и Юнгун. А ты дальше не забрали? Подожди, подожди. Георгий, Чезар и Владимир. Куда? Маша, Кудрян и Бутук. И вы раз, два, три. Да, вот. Нет, вы там. Маша в конце делает. Сначала мальчики делают. Вот туда, да, вот туда, пацаны. Пожалуйста. Дело, я телефон не вижу. Денис, ты делаешь? Давайте. У нас 5 минут, за 5 минут надо сделать. Завтра проверяем на перекладе. Руки достали. Паша, ты Вика? Раз за два сделали мне руки. Я проиграл. Выше, Владимир, выше. Выше, грудью достаёшь. Честно, давай. Я сделал.
Владимир, быстро курточку отдельно построили. Кто не сделал, то делают. Остальные все строят. Так, что там точно сделали, курточки одели. Куртки одели, потому что потом вы забываете. Повесь, оставь туда вам. Телезит поставь. Еще раз, не оставляем. Не оставляем там, потому что там уже подровняли. Значит, что? Дальше посмотрим. Все, алинеяли. Трех. До свидания. Это нужно жить Александру там поставить и сделать еще один сосуд. Да. Как там, больница, там два раза поставили. А. Жигарокану и к тренерам. Угу. Вспоминаем. Хорошо, страховка назад. Страховка назад. Пошли. Выше, Влад, ты что, она делает хорошо, она знаешь, сколько занимается. Она может... Давай, 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 страховку, пошел. Падай. Выше, Маша, выше, Маша. Выше, Маша, встань. Пошел, пошел. Пошел, нет, назад не прыгаем, Влад. Потом будет болеть спина. Уже болит. Ну... А тебе еще придется еще за квартиру тоже выплачивать, работать летом. Так что береги свое здоровье. Маме надо помогать. Застройщик. Эй, как ты падаешь с одной рукой, держись, ты убийца. Держите с одной рукой. Хорошо, Матвей. Пошли, пролезаем через партнера. Хоп, пролезь между ног. Нет, стоп. Пролезь, ложись. Пролезь, ложись на живот. Теперь ты пробегаешь. Так, нет. Все, пошли, как было. Пошли, пошли. Замечание. Аккуратно не балуемся. Матвей. Так, следующее. Пошли, чехарда. Да. Прыгай через партнер, чехарда. Пошли, прыгаем, эй! Так, еще раз. Влад, я тебя нахожу, у тебя есть свой лидер. Ты балуешься. Пойми меня, баловство приводит к травмам. Не надо разговаривать.
Последний я же партнера. Решаем. Хорошо. Первый в высоком партере. Второй. На него садиться, нужно отвезти его. Маршрутное такси. Хорошо, на мельницу партнера. На мельницу и сюда обратно идем. Мельница, Мары. Маша, сядь на него и все. Вот так. Ты меня не довезешь. Хорошо, Матео, первый номер, высокий партер, этот маршрутное такси. Второй ложится на спину спиной. Партнеру спиной. Даник, а если пухнет, то это... Хорошо, поменялись. Хорошо, а теперь становимся партнеру на спину. На спину становимся партнеру. Партнер такси, а вы ему на спину ногами. Но, ну хорошо, ладно, давайте так. Вот. Вот так, становимся, идем. Ну, кто сможет. Есть, вот Влад и Игорь сделали. Хорошо, Матэ, одели курточки, куртки одели. Хорошо. Так, пальчики размяли, вышли на ковер.
Пальчики размяли, вышли на ковер. Ай, вышли, что вы стоите? По парам, вперед, 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 вперед. Так, задача, первый номер. Покажите правую руку. Этой правой рукой первый номер. Нужно дотронуться, иди сюда. Между лопатками. Вот здесь вот, вот здесь дотронуться. А не двумя руками, одной. И только в стойке. Что? Дело, что вот, вот у тебя есть два маска. Вот, все. Ты не уходишь. Делай, что хочешь. Ну, в пределах правил. Поехали. Первый номер нападает, старается. Освобождай руки и вперед, что ты, Даник, стоишь. Все. Еще раз, еще раз. 20 раз. Где 15 секунд у вас есть? Давай, ты меня спрашиваешь? Ну, ты же молодёный. С кем? С кем хочешь? Выбери себе. Чезар будет меняться, да. Матей, поменялись второй номер. Второй номер. Не берите дотронуться. Да ну, нормой чёрный. Ну, мы делаем так, значит, не грешал. Ой, даже я бы не грешала. Не было. Хорошо, Матэ. Не грешали, но сейчас. Вот здесь, Матэ. Снимаем пояс. Ставим назад. Переступаем, его защищаем. Три шага. И партнер ставим. Три шага, не 23 шага. Можем? Нет, куртку не снимаем. Мальчик, еще раз. Когда надо будет, я скажу, мы дзюдоисты, поэтому работаем в куртке. Встали, приготовились. Хочу забрать пояс. Забрал. Забрал пояс? Все, все. Все, поднимай. Да. Так, стоп, стоп, стоп! Видите, я говорю стоп, значит, Денис, ты же видишь, что я. Поправили пояса, пояса поправили. Поближе немножко, кто там, Ясик? Ближе туда немножко. Вот, вот, вот так вот, да, чтобы не ударить никого. Приготовились. Мой брат пунет. Да, чуть-чуть, потому что там же голый пизопал. Мой брат. Внимание. Один. Достал там, ну поменяли. Ну, два раза. Давай, значит, уже.
Хорошо, Матен, одели пояса, разогрели шейку лучше. Сейчас так, первый партнер будет держать своего, вернее как, нужно сделать удержание, а второй будет уходить. Но, держать будем руку и туловище, не шею, руку и туловище. И если я ушел, то вы просто меняетесь и второй ложится. Ничего не понял. Нет. Что такое удержание, знаешь? Да. Чем больше мы делаем удержание, он будет уходить. Если он ушел, вы меняете. Ага. Приготовились. Нет, послушай меня, Владимир, он делает тебе удержание. Сел на удержание. А ты будешь уходить. За шею не брать, за туловище. За туловище. Подруг. Вы съездите вправо, сюда. За шею не брать. Туши, братан, да! Меняемся самостоятельно. Оп! Владимир, уходи! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Баскетбол поменялись. Лига. Поменялись. За шею не брать. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Маша ушла. Шесть. Восемь. Девять. Так. Внимание сюда. Первый номер держит. А секунду. Держание. Только одну руку. Хоп, одну руку. Только одну руку. Исходное положение. Покажи, Влад, как это держать. За одну руку. Удержание, но одну руку держишь. Одну руку держишь. Ну вот так как ты сейчас только держал. Вот так. Ну, ты не бери. Ты не мы, но дом мы. Ну, двумя руками возьми руку ее. Вот так. Держишь ее руку двумя своими. Приготовили. Первый номер держит правую руку. Внимание. Блин, я в шоке. Стоп, остановите. Посмотрите, как он удержание делает. Ну как ты удержание только что сделал? Ну возьми за голову и за руку возьми. Ну ты что? Куда фальш? Что, голубой что ли? Да я не голубой. Ну так снять нормально на удержание. Ну как ты удержание делал? Ну вот так. Ну, дай сюда руку. Вот, держи одну руку. Бай, ты тот же самый, только другую руку держишь. Тот же самый, но другую руку держишь. Так, внимание. Входим. Не забывайте, ногами можно Машу ногу захватить. Ногами. 7, 8, 9. Баскетбол поменялись. И, Хаджина, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Матес! 10 секунд это Вазай. Вазай. Другую руку. Мальчики, вы готовы? Да. Ну ложись на нас. Да как ты готов? Эй, удержание делаем. За одну руку. Джек! Чем зарядить сюда? Ну что, нет, ты пока заправься. Так, Чеза, идешь пока к Денису, к Буряну идешь сюда, а Маша ко мне. Так, удержание верхом. Партнер ложится. Партнер верхом садится. Удержание сверху. Так, вот это удержание. Маша, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8, 9. Матер! Баскетбол! Они все на руки. Эй! Один человек ушел, все остальные проиграли. Внимание! Раз, два, три, четыре. Все, Четер ушел. Кто там? Мугурян перешел туда, дальше ты идешь в ладу. Так, удержание со стороны головы. Я лежу, готов. А партнер здесь на коленях берет удержание, приготовился удержать. Как вам еще сказать? Удержание со стороны головы. Вот. Как вот. Приготовились. Ну ты держишь его. Записку возьми. Да нет. Блин, как держать? За руки держи, как ты? Уходи в мобиле, что ты лежишь, блин. 6, 7, 8, 9. Вазари, Матэ, после слова Вазари вы отпускаете. Поменялись. Владимир, ты поезд можешь завязать, чтобы не 20 раз. Хаджи! Вазари! Матэ! Так, как мы еще можем делать удержание? Так. Маша, стой. Еще раз. Так, как мы делали, делайте сбоку удержание руки и шеи. Сделайте сбоку. Стоп. Вот вы сделаете удержание. Обычное удержание. Как ты делаешь? Вот. Теперь смотри, что делаешь. Убираешь руку с головы и держишь руку. А этой рукой держишь ногу. Нет, не надо. Ну как держишь, так и держишь. Да. Значит, вот такое исходное положение. Приготовились. Первый номер с правой стороны. Руку и ногу. Готовы? Да. Куда они? Блин, ну что вы? За ногу, за руку. За ногу и за руку. Владимир. Не надо просто. Ну держи ногу еще, руку и ногу, спиной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мазари, Матвей, с другой стороны, тот же самый с другой стороны. Владимир, тебе показал, как надо было видеть, а не ему. Внимание. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9. Базари, а ты? Баскетбол.
Тебя. Руку, ногу, спиной. Внимание. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. Окей, погнали. Владимир, ты что, руку не можешь держать? Ну, с другой стороны, Владимир. Что у вас? Хорошо, у вас как трусы не падают. Все время поезд падает. Сейчас я его завяжу. Приготовились? Раз, два, три, четыре, пять. Кого ты держишь, Влад? Георгий же ушел. Назари? Этот, Чеза, ждешь Денису, Гуряну, Бутуку. Значит, еще раз. Так, как вы держали. Спиной вы держали. Руку и ногу. То же самое. Только разворачиваетесь и берете на рука под голову за дальнее плечо. А эта рука берет ногу. Или за пояс, или за отворот, или чисто за ногу. Поперек называется. Поперек. За уно, за ногу. Нет. Сядь сбоку. Сбоку сядь. Возьми ногу и руку, и шею. Вот так. Ногу заспустим, да? Да, вот это поперек удержали. И держи. А не? Уходим. Уходи. Владимир, уходи. Уходи. Окей. С другой стороны держим. Удержание поперек, а не удержание вбок. Поменяли. Держим поперек. Ногу и голову. Ногу и руку. Готовы? Джой! Уходим, уходим. Ты с другой стороны. Ну, ну, между ног. Вот, да, маня. Уно, дой, три, патру, кинь, шас, шас, ок, Матвей. И посмотрите, да? Сколько у нас было удержаний, да? Сбоку, право, слева, со стороны головы, спиной, лицом, верхом, за одну руку. И почти все уходили. Почти все уходили. Значит, смотрите, как можно бороться. Можно много работать с уечкой, сделал бросок на япон. Вы знаете, два раза бросил, два базари, 40 мт, япон 40 мт. Когда же говорится так, вазари, а васет и пон. То есть два броска на вазари, и все победа. Раз, паркер, можно сделать удушающий, можно сделать болевой, и можно сделать удержание. А вы посмотрите, сколько раз у вас противник попадался на удержание, и всех удержаний кто-то может быть там 2-3 раза, а остальные у всех у вас уходили. То есть, представляете, то есть в стойке вы работаете не очень хорошо. В паркере можно, даже не знаю, да, наверное, еще что-то. То есть нужно где-то искать, понимаете, что-то свое. Вот, например, вас бросили, вы раз, перевернулись, в азаре проиграли, удержание сделали и выиграл. Соперник иногда может попасться в паркере. Научитесь делать удержание. Кто хорошо делает удержание, тому тяжело сделать удержание, потому что он хорошо уходит.
Держание надо делать. Бывает так ситуация. Раз тебя бросили, о, ты там никакой, и тебе и шида, и базари, и тебе и вообще встать не можешь. И он раз попался. И удержать не можешь. А так выиграл на шару, у Вася. И пусть гуляет. Одели курточки, заправились. Маша идет к бутуку. Ты идешь четверг. Ты идешь. Ты пока отдыхаешь, ты идешь туда. Борьба в партере. Значит, последовательность какая? Первое. Сделать удержание. И если соперник... Дальше. Если соперник на спине, делайте ему болевой. Если соперник поворачивается на живот, душите его. Но опять, вы не соперники, я извиняюсь, вы партнеры. Поэтому делать нужно перевороты, что еще, не делать полную. Вот смотрите, это все-таки больше, как игра должна. Тогда меньше травм. Не делать резких движений, не уходить очень резко. Уходить нормально. Вот я поборолся в Олимпии, когда вот сейчас был семинар, я там поборолся немножко. И что, тихонечко, спокойно поборолись. И он жив остался, я жив остался. А можно бороться так, что кости будут трещать. То есть поэтому еще раз. Аккуратно, не в пол, в три четверти силы. Готовы? Сделали удержание? Смотрите, сделали удержание. Сделайте удержание с другой стороны. Потом сделайте болевой. Потом сделайте удушающий. Не хочет ложиться на живот, чтобы его задушили, сделайте ему на другую руку болевой. Начнет переворачиваться, значит, добьете его. Пару минут. Что это? Ёшкин-кот. Вот тут. Машенька, идите сюда, пошелечка, сюда. Мам, что такое? Ты, Маш, может, ее не выигрывать, не проигрывать? Я понимаю, ты поддался. Я понимаю. Она тебе что, ты все обещала? Она тебе что обещала? Маша, ты что обещала? Пошел ты хитрая. Голова не ударится, Маша на себя не пиши головой. Владимир красавчик. Владимир, вот так удержание не делается, Владимир. Офигелся? Нет. Знаешь, на кого ты похож? Тебе сказать? Нет. Возьми, хорошо, пусти. Нет. Животик немножко. Чуть-чуть на бочок. За шею двумя руками не берешь. Четверо, иди сюда. Даник, вот четверо. Мате, вам мате. Вот четверо есть. Перевернуть ему. Положить вот так руки. На лопатки. Вперед. Ты только защищаешь. И вон она. Души немножко. Делай боевой на ногу. На ногу делай. Да не убегай, делай как раз, там была нога. Вдвоем, стоп. Стоп. Вот ты, вы можете в стойке когда ходить. Так, стоп. Куда? Ты только защищаешься. На колени. Нет. На колени только защищаешься. Высокий, низкий партер. Не держи, не держи, не держи. Стоп. Я тебе сказал, высокий, низкий партер. Ты ж на колени. Стань партер. Закрой. О, блин, Матэ, выйди. Я вообще с вас шутил. Уйди в сторону. Давай, переворачивай, сделай его удержание. Вот низкий партер, высокий. Все, вот я нахожусь. Раз, отсюда. Маша, я мы.
Все, поймали. Невский высотный парк. Я защищаю. Я атакую. Барта, Барта, руками касаюсь. Вот. Ты правильно делаешь, дедушка, но они вырваться не смогут. Игорь, Влад, перейдите туда на свое место. Что ты ему расскажешь? Не держи его, ну циник. Ну давай, ну. Я помогаю. Все, Саша. Вот, и пять высоких партов. Да. Все, Саша, я его видел. Так что ты держишь? Вот так и держи, и все, пусть держит. Это же удержание. Чего ты? А, да, руки в сторону надо. За пальцы не брать. Что ты отпустил? Да, можно так делать. За пальцы брать только нельзя. За пальцы нельзя брать. Не, 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 не. Ой, срок на голову. Ой, срок на голову. Заправили поезд. Владимир, а что ты себя разглядываешь? Ну покажи, как ты заправляешься. У тебя, наверное, специально так вязка такая. Да. Ну, вот. Еще раз, вы сейчас будете бороться. И вот, смотрите, у Дениса как куртка, да? То есть нет захвата, нет броска. Смотрите, понимаете, сюда. Просто вы не боксеры, да, это получается.
Мы вышли, я ему 3 удара, он мне 4. Он мне 10, я ему 12. Бум, и умер. Приготовились? Че? Пошли. Стараемся вытащить, Стойте. Дай, и тебе ты защищаешься тоже, не только нападай, Дай. Стоп! Матей! Не надо хватать кимоно и дергать. Вот таким раз движением отсюда, раз вытащить, раз, раз. То есть отсюда, хоп, дернуть и все. Не надо хватать. Джек! Раз, ручка. Денис, ты держишь, не держать! Я сказал! Раз и все! За хватиком! За секунду! Вообще трусы падают. Хорошо, Матэ. Теперь мы берем захват. Посмотрите, она берет захват, я беру захват. Моя задача зафиксировать раз. Отсюда. Раз, два, три. И отпускаю. Маша, теперь ты делаешь. Да, да, делаешь. Делаешь, да, берешь, берешь. То есть постараюсь, чтобы я взял. Оп, видите, где нога? Зафиксировал. И в то же время... Вот, и в то же время, оп, Маша, нога вот здесь. Нет, с этой стороны. Оп, вот здесь. Вот такое зафиксированное положение. Нет, без бросков, без бросков. Так, Даник, сюда. Готовы? Взяли правой рукой. Нет, нет. Правый, правый. Левый, левый. Ну, ну. Вот. Да. Вот эти ноги. Нет, ладно, нет. Стынга, стынга, дрябка, дрябка. Мына. Георгий, стынга, стынга, дрябка, дрябка. Дрябка, дрябка, стынга, стынга. Готовы? Да. Можете? Нет темного, вот так можете брать. Джи! Вот так возьми. Вот, пошел. Стоп! Матей, эй, Матей, иди сюда. Посмотрите, вот он хочет у меня взять, бери. У вас же есть рука. Да, ну вот не давайте ему. Что вы... Не забывайте о защите. Джи! Блин, я же еще раз говорю, дай руку. Посмотри, видишь? Дай руку. Не так держит. Наискосочек. Наискосочек. Так, отсюда взять. Че? Просто. А мы это вот так.
Смотри. Поправили. Так, и пошли бросочки. Бросок через бедро. Делаем по 15 раз. 15 даже в одну сторону. 8 раз. В другую сторону 7 раз. Все. Также Маша делаешь ему 10 бросок и ему 10 бросок. И садишься, а потом они даже сегодня. Ты бросаешь Машу. Через бедро. Вспоминаем. Маша, Маша. Ему 7 бросков, ему 7 бросков. По 7 бросков. Что там такое? Скале. Что скале? Молодец, молодец.
Смотри, Кири. Смотрим, смотрим. Значит, еще раз. Задача. Или руку здесь, или руку здесь, как хотите. Достаем пояс. Видите, да? Вот. Подставляем ногу. Кому я показываю? Только тебе или всем остальным? Чек, стекло. Еще. Посмотрите, посмотрите ногами. Здесь у вас здесь должна быть. То есть подходим ножку. Раз. Садимся, садимся, садимся. Видите, где колено? Видите, где нога? И отсюда делаем вот переворот. А сейчас они покажут, что надо делать. Сделаем, пожалуйста. Раз, вот так. Не обязательно. Руку держи. Руку держи. Боком ставим, вот так. Подошел, кувырок, пошел, чебанят. Раз. И удержание сверху. Паши. Паша сюда. Даня, вперед. Давай. Пошли. Чебанятка с переходом на удержание. О, кто бросает? Бросаешь наружу. Стой! Ууу, блин. Вот это. Сюда. Смотрите. Да? Вот где берем. Раз. Шаг. Достали. Теперь руки на меня ложи. Вот. Не здесь, а здесь. Подошел. Нога и через себя. Пошли. Кувырок делать умеете? И удержание сверху. Два раза меняемся. Другая нога впереди. Другая. Другая. Ну. Смотри. Раз. Нога сюда. Ты садишься. Садишься, садишься, садишься. Вот. И сверху. Я быстрее. Дивлю. Ты думаешь, я вам жжет. Разогрели на ней. Я быстрее. Садки его. Смотрите, рука сверху за пояс, смотрите, рука сверху за пояс и нога впереди. Вот. Раз, два. А вы, получается, так, этой рукой берете, а эта нога впереди. Тяжело стоять. Еще раз. Вот ваши руки. Какой-то рукой возьмите отворот. Раз. И ты потянул. Хоп, потянул. Это рука. Хоп, сверху. Хоп, подошел и сделал чемодан. Еще раз. Иди сюда. Вот. Это первое, что я когда был молодым тренером, всегда этот прием начинал. Самый хороший прием для новичка. Сделал чебанятку, программу удержания. Ой, я так хотел выиграть. И никаких проблем. Поэтому уйдите оттуда. Посмотрите, вот у вас есть две руки. Любой рукой берете оттуда. И смотрите. Оп, вот. Раз. Согнули его. Ну что, колесо должно быть. Ручки. Подставляем ногу. Можно сюда подставить даже. Раз, два. Оп. И кувырок. Переворачиваемся. Оп. Пошли. Это всем новичкам я раньше учил. Они бедро делать не умели. А потом мне Виталик сказал, что ты учишь, блин? А куда ты кидаешь? Куда? Наружу. Техника безопасности. Так. Подошел и сел. Подошел и сел. Чуть-чуть. Ну, до сих пор, да? Может быть, получится, наверное. Стоп, 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 сто
Еще раз, бери одной рукой. Смотрите, или так, или так.
и летать. Как удобно руке, но не так. Дальше. Дальше. Бросает ничего не надо. Лад захватывает двумя руками, пожалуйста. Раз, два. Еще раз выше. Именно две руки снизу. Не одну, а две руки бери. Две руки, вот как нужно взять. Не так, а вот так. Еще раз. На. Раз. Ну бери. Ну так бери. Вот. То есть что получается? Бери. Вот. Руки здесь. Ну, бери. Стараемся этим начать головой, прижать руки, постараться захватить у партнера туловище. Пошли. Встали. Маша, ко мне. Встали. Кимоно сняли, я сказал. Когда я кимоно, то это не снимают. Говорю, оденьте, не... Марк, ты пришел кричаться? Да. Ну так что ты стоишь? Какая закрыта? А, что пошел ты? Блин, Макс, я же не буду тебя ждать. Ну, Макс, ты не можешь. Вот так, ты, пожалуйста. Ты получил прогул, где его вот пять? Да? Ну, вот сюда. Пошли работать, тут два мата. Маша, иди сюда, ты должна меня взять. Хоп, да, хоп. Уйди, не Нет. Этот...
Вы остаетесь, вы и мы меняемся, вы эти пары, вы остаетесь. Так, Владимир. Да. Не может. Да. Бутук, туда. А ты взглядом хочешь его? Хачу, Боря. Это у тебя был хороший момент. 3 секунды отпускай. Кто еще у нас? Георгий, что ты там смотришь? Там в карманах. Все, все. Там в карманах ничего нет. Время сюда. Вот тут, вот тут. Туда. Да, тут. Да не, я могу. Спасибо. Мне надо разрешить.
Завтра проверяли перекладину. Да. Вот это. Груди достали. Да, еще.